Здравствуйте, друзья мои! Сегодня 7 октября, очень холодный день. С утра шел снег, вот сейчас немножко выглянуло солнышко, но все равно в саду очень холодно. Многолетники замерзли почти все. И я сегодня занимаюсь тем, что срезаю кусты многолетние, готовлю их к зимовке, да, растения. Вот. Я открыла для себя удобство вот этого инструмента. То есть, узнаете, да, это ножницы для обрезки кустарников. Но ими осенью очень удобно срезать многолетники. Поехали. То есть вот таким образом мы это делаем резкими ударами. Вот. Срезаю сразу несколько веток. То есть для меня это гораздо быстрее, чем работать секатором. Просто надо приноровиться. Потому что когда цветников много и растений, которые обрезать перед зимой, тоже много, то эта работа занимает достаточно много времени. И она такая монотонная и трудоемкая. Но когда мы помогаем себе вот таким инструментом, то получается гораздо быстрее. Я режу пасконник. У пасконника очень тугие, жесткие стебли, которые не так-то просто обрезать. То есть требуется достаточное усилие. Вот. Если вы еще не пробовали такой инструмент для обрезки своих многолетников, я вам рекомендую.